Нижний Новгород. В этот раз Лера едет на сборы. Мы отправились по магазинам. Кстати, хочу сделать обзор на эту ложку. Вам будет интересно. Обошли мы 4 магазина, и вот что она набрала с собой. Аленка, Скитл, шоколадница, гематоген, мамба, милка вот такая интересная, вафли, соки, вата сладкая, мармеладки, орешки, альпенгольд, контик, пюрешки, орео, потом еще вот такой мармелад. Взяли такие кексики попробовать. 2 большие пачки чипсов. Чокопай, пухлый кролик, маленький и большой. Вот такие вкусные гаджелешки и сушеное яблочко. А вообще, мне кажется, с каждым разом она берет все больше и больше, и это как-то многовато на 2 недели. А теперь лайфхак с чипсами, чтобы они занимали меньше места. Делаем дырочку, выпускаем воздух и заклеиваем скотчем.